Так, давайте, ребята, поиграем немножко в вагонетки. О, ё-моё, тихо-тихо-тихо. А, мы разбились, сразу же разбились. Да как так, не может быть. Давайте еще раз попробуем. Так, еще раз попробуем вагонеточку, давайте. А-а-а, алмазик один будет стоить? Подожди. Нет. А, давайте заберем самоцветы. А, далее, о, кубок. Вот этот я хочу поставить. Давайте сразимся. Все. О, профукали мы, короче, время, ну ладно. Так, с кем это мы играем? С кем-то японцем? Фига себе. Давай, быстрее, надо победить. Будем надеяться, что победим. Так. Нет, смотри, он какой быстрый. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Осталось совсем чуть-чуть. Опа! Да, видимо, он стартовал хорошо. Поэтому... Сколько там? Одна секундочка! Там вообще мало, ребята. Так, давайте сделаем повтор. А, поехали, ладно, заплатим мы. Вот, а, все равно я плохо стартовал. Плохо стартовал, пришлось еще и алмазик потратить. Ёмки-палки, ладно, мы сейчас... Может быть, его обгоним. Давай, пожалуйста. Есть. О-о-о! Идем нос к носу. Нифига. Может, у него более прокачанная тачка? Я не знаю. О, сейчас вообще сильно отстали мы. Сильно прям-таки отстали мы от него. Ну ладно. Ничего не поделаешь. Так, едем, ребята, поехали. О, я скутер выбрал или что, не понял? В смысле, а почему я на скутере? Я же скутер не выбирал. Ладно, едем на скутере тогда. Что ж поделаешь тогда? А я, кажется, не брал скутер. Он там, видимо, по умолчанию стоял у меня. О, сколько монет. Так, 4800 у нас всего монет. Я считаю, это очень мало. Нам надо больше монеточек, чтобы открыть новую карту. Ладно, сейчас попробуем, посмотрим, куда мы доедем. О, еще монетки. Ой, что-то я здесь не могу. Ай, падаю. Так, ну что делать? Мы застряли, ребята, да, все? Или что, или поедем? Нет. Мы застряли. Делаем повтор. Проедь как можно больше. Как можно дальше. Хорошо. Такой еще скутер у нас, ребята, не прокачанный. Будем ехать на скутере. Зарабатывать монетки. Чтобы открыть новую гонку. Так, итого у нас 5000 монет. Это уже хорошо. Сейчас посмотрим, сколько мы сейчас заработаем. Одну монетку пропустил. О-о-о-о, новый рекорд, смотри. Отлично. О, скоро... Приз, подарок. Коробочка какая-то. Да, конечно. Очень сложновато ехать. На скутере. О! Нифига я как сижу, смотри. На одном колене. Алло, сядь нормально, ты чё делаешь? Ты чего творишь? Ай, ты чего творишь? Короче, все. Да. Так, что там у нас? Ох, нифига, 1400 монет. Магнит, ускоритель, фляг. Не знаю, что такое за ускоритель, фляг. Так, давайте далее. Так, итого, что мы видим, ребята? У нас 6000 монет. А, новый город стоит 12 тысяч. Гора стоит 30 тысяч. Ладно, давайте пойдем в лес. Выберем автобус. Поехали на автобусе. Сейчас мы будем зарабатывать денежки. Здесь, кстати, каждая новая трасса, каждый новый вид транспорта, ему за это дают деньги. Сейчас посмотрим, сколько мы сможем там заработать. О, вот тебе и денежка. Бонус за расстояние уже 6700 у нас уже собрано.
Нормально. Все хорошо. Потихонечку будем зарабатывать. Я думаю, мы насобираем много монеток. Кстати, на автобусе прикольно ездить. Он такой большой, мощный и вроде бы более-менее устойчивый. Вот, и поднялись нормально. Сколько? 110 монет? 6800. Да, мне еще много нужно денег собрать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Главное не разбиться. Да. Автобус такой, колымага. О, монетки, 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 спасибо. 1100 бонусов? Да чтоб тебя! Что это за трасса такая? Странная. Восемь тысяч монет уже, прикинь. Я в шоке. Может быть, мы 10 тысяч наберем? Да, я бы горы, конечно, открыл бы. Потому что в город я открывал, я играл в городе. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, да что ты будешь делать? И бошку снес. И снес боску. Бошку снес. Сняло. Так, ладно. А, давайте поиграем в лесу тогда. А, в сельской... Подожди, давай в сельской местности поиграем. Хорошо. Поехали. Едем. Так, итого уже 9 тысяч монет у нас. О, я оторвался прям нормально-таки. Опля, нифига, там какие-то болты теряю. Давай, едем. Ой, спасибо, 100 монет. Но мне 100 монет мало, я хочу 1000 монет. Ладно, едем. Опа, монетки, спасибо. О, скоро, еще. Сколько там, соточка будет? 110, 110. Ну, уже больше. 110, потом 120, 103, 150. А у нас уже, ребята, приближаются к десяточке. Монетки приближаются к 10 тысячам. О, стекло отвалилось, стекло. Так, у меня полная концентрация. Внимание. О, сколько? 120. Да, на 10 монет увеличивается каждый раз. О, здесь надо аккуратно. У нас же еще и бензин заканчивается, поэтому как бы здесь нужно еще и спешить потихонечку. Ну, нормально на автобусе едем, нормально. Неплохо. Кстати, ребята, если вам нравится эта игрушка Hill Climb Racing, то поставьте, пожалуйста, лайк, чтобы я понял. О-хо-хо-хо-хо. О, 1150. Нифига себе. 11 тысяч монет уже. Ох, я считаю, что это очень даже хорошо. Сейчас 12 тысяч набьем. И откроем новую трассу. Новую трассу город. Давай, аккуратненько. О, еще монетки. Давай. На автобусик аккуратненько едь, пожалуйста. Вот, 1200. Да, мы 12 тысяч собрали. Мы можем, по идее, открыть новую трассу уже. Город. Я, кстати, когда-то давно играл в Hill Climb Racing. И там я ездил в этом городе, открывал я город. Но больше карт я вообще не открывал. О, смотри. Автобус наш деформировался и стал вот таким вот автомобилем-кабриолетом. О, главное, башку не стукнуться. Так, уже 13 тысяч монет. Давай. Главное, чтобы у нас движок... Мощности движка хватило подняться. О, чувак один выпал. Ё-моё. Один или даже двое их выпало, смотри. О, третий улетел. Да. Что-то с автобусом случилось. Он разваливается на глазах. Ой-ой-ой-ой, как жалко. Наш автобус. Он сейчас просто-напросто развалится. Ой, давай, едем. Нормально, 15 тысяч монет, офигеть.
Пока что все нормально. До конца мы не развалились. О, еще деньги. Деньги, деньги, я хочу деньги. Опа. Ё-моё, разбились мы. К сожалению, да. Не доехали так далеко.